Роботи заполонили наше життя. Про сучасні технології та робототехніку говоритимемо з Тетяною Сухомлиновою, менеджеркою виставки робототехніки. Я дуже рада, що ми сьогодні маємо змогу не лише бачити роботів, а ще про них і говорити. І розкажемо трошки. І, можливо, хтось зрозуміє, що роботи насправді це або добре, або погано. Так, ну це буде ясно вже з того, як ми з вами поспілкуємося сьогодні. Дуже рада бачити і зустрічати вас у нашій студії. Пані Тетяно, добрий день. Роботи насправді зараз і так і правда заполонили наше життя. Вони скрізь. І якщо ми будемо говорити про розвинені країни, то без роботів вже нічого не відбувається. Як ви вважаєте, це добре чи це погано? І чи можна так трошки пофілософствувати з приводу цього питання? От як ви особисто ставитесь до роботів? Ну, я однозначно отношусь к этому положительно, потому что все-таки роботы – это развитие, это наши шаги вперед, и они освобождают большую часть человека, возможности дают ему для дальнейшего развития, они буквально там примитивные какие-то действия нам освобождают, если это в быту, или же это там промышленность, возможно, даже военные структуры, которые дают возможность обезопасить какие-то действия человека, ну, например, в разминировании, или в АТО очень много принимали участие там беспилотники, какие-то еще ну, различные роботомашины, поэтому я однозначно вижу в этом положительный эффект, если вот в глобальном рассмотрении отношение к роботам. А что ж тоді людина будет делать? То есть людей много сейчас, их все больше и больше с каждым роком, с каждым днем, але ж машины ось так, вони собі взяли зараз більшість роботи, так? А що тоді буде робити людина і чи зможе вона себе примінити настільки, наскільки вона могла це зробити раніше? Однозначно, возможно, даже больше, потому что я бы не сказала, что там большую часть пространства заняли роботы. Человек – это все-таки разумное существо, и его сумасшедшие идеи, они ведут к развитию прогресса. Естественно, если какую-то нишу минимальную с определенным кодом, которую дает человек роботу, занимает этот робот, то у человека освобождается большое пространство, количество времени для того, чтобы ну, придумать какую-то еще сумасшедшую идею, потом воплотить ее в жизнь. Все, как бы, мы начинали у детей со сказок там, ковра самолета, да, в итоге есть самолеты, ракеты, планеты мы покоряем, планеты, и, в общем, поэтому это тоже основа роботов. Так, добре, що роботи можуть використовуватися для допомоги людині. А якщо ні? І в зворотньому напрямку теж це можливо? Ну, вы знаете, я бы все-таки вот в отношениях, может быть, это некорректная такая ситуация, но в отношении применение роботов, это, наверное, относится к вопросам этики и морали, возможно, к тем, кто производит этих роботов и как это преподносится. В любой ситуации человек может так или иначе использовать любой предмет. Так, правильно. Звичайно. Поэтому это уже как бы зависит от общества, от его развития, от моральных принципов общества. Угу. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что роботы – это именно положительное развитие. Ну так, мы все хотим этого, так, и, звичайно, ми ж розуміємо, що людство Конечно. Не може розвиватись без розвитку техніки так само. Якщо діти з маличку зараз вже звикли до роботів так, як ми ще колись не знали, навіть, чи це можливо, так? То зараз діти народжуються і вже розуміють, що ось все тут так комп'ютеризовано, є багато машин, так? І все це працює. Конечно. Ось той інтелект, про який зараз теж багато хто говорить, штучний інтелект, він теж зараз досить таки розвинений. Як ви вважаєте, чи швидко станеться переворот і штучний інтелект зможе більше заволодіти ситуацією? Ну, от здесь, наверное, все-таки ключевое слово – штучний інтелект. Тобто, це искусственно создана машина, которая запрограмирована человеком с определенными кодами, с определенными функциями. Человек – это все-таки существо разумное. И вряд ли роботы смогут его переплюнуть, ну, во всяком случае, в ближайшем будущем. Ну, стільки всього вміють роботи, вони же там безліч, вони не просто команди виконують, так, вони можуть спілкуватися Правильно, на рівні, да, вони абсолютно. Розуміють вас, вони можуть підтримати вашу розмову, так, і ставити такі запитання, на які, можливо, людина не завжди знає відповідь.
Ну, во-первых, я думаю, что человек в принципе найдет ответ на любой вопрос поставленный, да, и все, что запрограммировано роботом, для роботов, это все-таки запрограммировано человеком. Естественно, все эти программы, коды прописаны, они дают возможные ответы. И во многих структурах, в отраслях это упрощает. Вот, допустим, если взять домохозяйку, сейчас у нас, кстати, наши украинские роботопроизводители, они разрабатывают робот, который поможет домохозяйке там, в приготовлении еды, каких-то рецептов. Есть где-то такая статистика, что человек 3 года проводит на кухне. Поэтому если эта робот-машина нам как женщинам поможет сократить как-то это время, ну это неплохо. Ну, я думаю, нехай поріже, підготує, а да. Може якось самі там. Такой тоже вариант. То есть, в принципе, мы же окружены в быту всеми роботами различными. Да. Там стиральная машина, утюги, это все, что освобождает нам время для возможности... И у нас его не вистачає. У нас его все равно у нас его не хватает. Но это, допустим, для мамы освободит время уделить время ребенку, который сможет, допустим, ну, например, прийти к нам на выставку, посмотреть, каким образом человек со своими идеями может сотворить машину. И вот этот возраст маленьких почемучек, когда ребенок задается вопросом «почему?», он еще... У него нет страхов, можно это сделать, нельзя это сделать. Если родители, если та же мама, потом школа начнут поддерживать вот это вот состояние ребенка, почему, и желание найти ответ, то это все-таки даст большое развитие и прогресс, и, в общем-то, интеллект любого человека здесь будет развиваться. Поэтому, звичайно. Мне кажется, это очень важно. Так, а с приводу украинских технологий, добре, що ми почали вже про це говорити, бо Україна, вона трошки так відставала. Ну, так, є передові країни, які пішли вперед, там наздогнати їх, мабуть, вже неможливо, я не знаю, ви, мабуть, краще розбираєтесь і розкажете зараз, що ж відбувається в Україні, і чи можемо ми пишатися досягненнями, які зараз останнім часом є? Ну, Украина, к сожалению, сейчас не находится в топе ведущих стран. Сейчас ведущее место в мире занимает Япония и Германия. И если взять статистику, то где-то на 10 тысяч их работников приходится от 250 до 400 роботов. У нас, к сожалению, это 1 к 20 тысячам. Угу. Вот. Но у нас, чем мы можем как бы гордиться, у нас в стране все-таки есть огромный интеллектуальный потенциал. И если это связано... Тобто розробки, так, ви маєте на увазі? У нас, да, розробки. Угу. У нас есть просто люди, которые, ну, я бы назвала их местными кулибинами, которые просто фанаты этого дела. И если, к сожалению, есть сейчас недоработки в экономическом или в финансировании этих отраслей, у нас, к сожалению, это пока, ну, не на том уровне, который бы хотелось иметь. Но я все-таки верю в нашу страну, в ее развитие. Поэтому сейчас много развивается, образовываются, организовываются кружки платные, бесплатные, на уровне школ, есть на уровне Лего. Если это будет в системе, и там Министерство образования тоже на это будет обращать внимание, у нас даже в нашем ДНУ есть определенное направление по развитию робототехники. Так. И верничий университет, так, можно сказать. Во многих вузах у нас это все как бы входит и развивается, поэтому если этому давать дальше толчок и все это поддерживать, то я верю, в общем-то, в нашу Украину, мы сможем. Так, ну, насправді, якщо вже ми так будемо говорити про ту виставку, яка існує на сьогоднішній день, то що нового можно побачити и, возможно, для себя захопитися? Ну, да, на нашей выставке мы все-таки хотели бы, знаете, как провести параллель между легендами, которые ходят вот в книжках детей, да, и насколько это реально возможно эти роботы создать. То есть наш проект, это, в общем-то, носит образовательно-развлекательный формат. Дети, придя на выставку, могут понять, возможности человека, то есть как эти машины насправді интеллектуально, они общаются тоже с человеком, наши роботы, они разговаривают, они общаются, и мне кажется, вот такая визуализация, она все-таки дети, они верят в волшебство какое-то, в какую-то сказку, и, да, в общем-то, страшно? Не только дети, ну, наверное, все-таки взрослые так, тоже, мы где-то внутри все дети, поэтому, ну, это большие игрушки, возможно, которыми там мальчики не наигрались в детстве. А от не страшно взагалі вам, як менеджеру, так, не страшно вам дивитись на
те, що от такі величезні розміри, так ще й розмовляють, щось там роблять. Ну, ви знаєте, це, по-моєму, це захватує. Поэтому, да, если вы придете, приходите к нам, ну, пожалуйста, так, вы это все увидите, эти громадные машины, которые, в общем-то, подчинил человек, ну, это, по-моему, прекрасно. Так, людина може створити величезні машини, так, можуть бути вони маленькими, можуть бути різних розмірів, і можна зробити так, щоб вони рухались, там, спілкувалися, щось робили, так, і так конечно, далі, і так далі. Все заложено человеческим интеллектом, это все создано руками человека, поэтому вряд ли когда-нибудь роботы, ну, я не вижу ближайшего будущего, когда роботы там нас поглотят, но это стимулирует развитие, развитие новых технологий, и это, в общем-то, очень важно, потому что это и в промышленности, и в медицине. Сейчас роботы способны делать такие уникальные операции, которые, ну, как бы, есть человеческий фактор, есть человеческая ошибка. А здесь можно высчитать буквально все более точно. Мне кажется, это очень перспективно и, в общем-то, очень важно для нас. А вы вот в своем житті, вот насколько вы можете уявити собі, що ви отак би жили, коли було б безліч роботів, наприклад, у вашому особистому. Ну, если эти роботы будут облегчать мою жизнь, то я только за, в принципе. Ну, що вони можуть робити, а чого б ви їм не дозволили? Ну, наверное, все-таки мое развитие – это мое развитие, да. Да, это возможность. Но если этот робот помогает дома в быту, если этот робот помогает мне получать какую-то информацию, мы же сейчас вот у нас, не знаю, самый популярный – это, наверное, все-таки смартфон, телефон, да? Мы при помощи него можем общаться, можем получать информацию, я не знаю, изучать, измерять свои калории, шаги. Он помогает нам управлять каким-то производством, мы удаляем. Можем организовывать управление бизнесом, поэтому это, наверное, сейчас то, без чего мы не можем. Хотя нельзя, наверное, полагаться целиком и полностью только на робота, потому что робот – это машина. Это в любом случае машина, и человек, ну, это, наверное, та же машина, но более интеллектуально развитая. Робот может сломаться. То есть человек, до речі, не може хотіла запитати вас, от який середній строк експлуатації, ну, то, скажімо так, тих роботів, які вже ви розумієте, ну, які ви знаєте, і скільки років вони можуть слугувати, і скільки ще можна показувати, як вони працюють? Ну, ви знаєте, це, мабуть, все-таки относительно, тому що, ну, может, немного утрировано, но если срок смартфона, это, наверное, до выхода новой модели. Да. Если это лунатоход или марсоход, он, наверное, там какие-то десятилетия будет служить. А в принципе, опять-таки, человеческий фактор, в какой среде это используется, из какого материала это изготовлено, как это используется, насколько это технологично, правильно ремонтируется. Хотя у нас, конечно, ну, я не знаю, у нас, походу, люди начинают читать инструкцию к машине или к этому же роботу уже после того, как она сломается. Ага. Поэтому есть, конечно, так, какой-то минус. Треба, да, навчитися, поэтому... навчитися робити послідовність дій, так? Конечно, спочатку, да, прочитати, да, да. І вивчити, так, а вже, ну, потім користуватися. Ну, це наша фізіологічна, как бы, или там інтелектуальна особенность, ми з цим справляємося. Ми це создали, ми з цим справимося. Ну, це теж шаги к изучению. Пані Тетяно, а взагалі, от, як ставляться, наприклад, ну, є можливості для порівняння. Так ставляться до роботів у нас в Україні, так? І у вас є дуже великий досвід, щоб порівняти. І в інших країнах, от, щоб ви для себе з'ясували, ну, там, наприклад, люди так, а ось тут ми інакше. Ну, от ви вже почали говорити про те, що читають інструкції, мабуть, в інших країнах спочатку читають, так, а потім користуються. Так, к сожалению. Но, ви знаєте, от ми являємося представителями міжнародних нескольких компаній, які Wow Exhibition, яка представляет выставки и в Европе, и в Азии, и на Востоке. И все-таки, ну, есть сравнение в том, что в мире более принимают вот это вот развитие роботов и его финансируют, ему дают возможность зеленого света, потому что это все-таки будущее. Это будущее, это необходимость, это и оборона страны, это и развитие промышленности, где более точно, более качественно будет производиться продукция, возможно, освобождая какие-то процессы, в которых задействован человек, облегчая труд человека, давая ему возможность для создания чего-то нового. Ну, ми ще на шляху, так?
Ну, у нас, в принципе, страна, да. Мы, зиму. Мы на этапе, и я надеюсь, что все-таки экономически нас начнут эти отрасли более финансировать. Поэтому, ну, наверное, вот и наша выставка, она будет проявлять интересы тех же маленьких почемучек, тех же взрослых, которые будут понимать, что это целый цикл. От создания самой идеи, допустим, до производства макета, до его внедрения, разработок и уже выпуска, как бы, полного готового продукта. Так, да. Вот, например, компании, такие как Samsung, Microsoft, они стараются в себе полностью этот цикл получить. И от начала, от маленького старта, от идеи стартапа какого-то, да, до полной реализации. Поэтому у нас это только на стадиях сейчас вот мелких шагов маленького ребенка. Поэтому я надеюсь, что это будет звичайно, дальше. Звичайно, пані Тетяно, мы все будем сподіватися на то, что будет развиток, и Украина таки дуже така потенційна країна, потенціал у нас достаточно. У нас очень большой интеллектуальный потенциал, и это надо использовать. Хотелось бы, чтобы наши люди применяли свой интеллектуальный потенциал здесь, у нас в стране. А для этого нужно, конечно, заинтересовывать людей, чтобы они не выезжали, не отдавали эти разработки. Но у нас, кстати, во многих городах, вот Киев, Одесса, Днепр, вот такие лаборатории уже начинают возникать, они развиваются. То есть мы привлекаем уже людей своих. У нас, конечно, в институтах, в вузах обучают на это все. Единственное, что человек, который получил образование, он хочет себя реализовать. То есть ему нужно создавать еще и работы, рабочие платформу, места. Платформу, где того, они должны это реализовывать. Могла працювати. Ну, будемо да. Всі на це сподіватися. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, за такий екскурс і взагалі за вашу думку, за той розвиток, яким ви поділилися, так, який є в інших країнах, бо не завжди ми розуміємо. Ми можемо, звичайно ж, здогадуватись, бачити все, так, але ось з перших вуст, як то кажуть, ми сьогодні все це дізналися. Дуже дякуємо вам, будемо чекати ще у нашій студії. Хочеться всім побажати гарних, класних вихідних. Ну, звичайно ж, будьте здоровими. До побачення.